Як тебе не любити? Наверное, только новая победа в Евровидении заставит нас перестать о нем говорить. Вспомните, как долго мы решали, где же все-таки пройдет. И так радовались, когда Киев выиграл. Это было капец как неожиданно. Местом проведения Евробачення 2017 обрано місто Киев. А теперь обо всем по порядку. Сайт Министерства иностранных дел Украины опубликовал ролик, визитку, где показал, как Киев готовится к Евровидению 2017. Лучше бы они этого не делали. Итак, наш народ сразу видит все недочеты. И комментарии потекли рекой. Каждый высказался, кое-что посоветовал. Ну что вы так сразу? Может, Кличко тоже нужен промо-ролик? Вон, его брат скоро будет состязаться в поединке с Энтони Джошуа. А вы все такие только про Евровидение не думаете. Было, конечно, много идейных советов. Это же наш город. И мы, пожалуй, лучше знаем, как показать его иностранцам. Хотя, я, наверное, даже догадываюсь, как они хотели, чтобы выглядел ролик. А, ну как обычно, ожидание vs реальность. Конечно, мы, каяны, могли бы много чего простить. Но не это. Ага, безопасный. Мечта, одним словом. Кто-то даже сделал новый ролик о том, чего реально ожидать иностранцам в Киеве. Тут и реальный общественный транспорт, и ремонт на левобережке, и вечно замороженные ремонты, и много чего другого. Жаль, только моста, который устал, нет. Пресс-служба мэра не осталась в стороне и присоединилась, высказав свое мнение. Хорошо, что мы его в прошлом году увидели. И наша всенародная тактика. В любой непонятной ситуации говорит: это не мое. Я даже не знаю, как это здесь появилось. И вообще, протокол был составлен с нарушениями. Я, конечно, все понимаю, но Киев – это не фото девушки в Тиндере. Может, стоило показать реальные результаты, которые есть, тогда и претензий не будет. И если они, конечно, есть.